Современные планшеты весьма многофункциональные, и многие из них вполне могли бы заменить рабочие машины, которые используются для простых задач. Но вот беда, набирать гору текста на планшете то еще мучение, а если таскать с собой отдельную клавиатуру, мышь и подставку, смысл компактности и удобства напрочь теряется. Samsung в этом году предлагает для своих планшетов, пожалуй, самое удачное решение подобной проблемы, и сегодня мы посмотрим на их фирменный чехол с клавиатурой для Galaxy Tab S2. Перед тем, как начать рассказ о данных аксессуарах, отмечу, что чехол Book Cover при желании можно купить отдельно, но в нашем случае мы поговорим именно о комплекте, который буквально создан друг для друга. Samsung всегда отличался необычными решениями, и в этот раз они заново изобрели чехол формата книжки с функцией подставки. Если обычно в трубочку скручивалась обложка, то здесь складывается отворачиваемая часть накладки тыльной панели. В итоге производителю удалось путем хитрых комбинаций складывания чехла обеспечить 3 возможных градуса наклона дисплея, тогда как большинство конкурентов предлагают 2, хотя иногда хочется иметь что-то среднее между ними. К тыльной панели чехол крепится на механических защелках, весь остальной функционал реализован при помощи множества магнитных вставок, функция Sleep Wake, естественно, предусмотрена. Чехол полностью выполнен из синтетических материалов, внешняя поверхность из полиуретанового кожзама, а внутренняя из материала, тактильно напоминающего Soft Touch. Понятное дело, что маркость ни одна, ни другая поверхность не болеют. Большая часть чехла усилена жесткими вставками. В целом чехол сделан очень качественно, придраться к его исполнению невозможно. Упомянутая в начале ролика клавиатура крепится к нему при помощи мощных магнитов, оторвать ее от обложки не так уж и легко. Сама клава выполнена полностью из пластика, на дне имеются маленькие резиновые ножки, которые предотвратят скольжение устройства по столу при его использовании вне чехла. Клавиатурка достаточно тонкая и изящная, но ее масса составляет 318 грамм, что, пожалуй, является главным ее недостатком. В паре с напичканным магнитами чехлом она здорово добавляет массы планшету. Помимо привычных и очевидных элементов управления, расположенных на клавиатурном блоке, отмечу порт питания и триггер выключения. Они оба размещены так, чтобы пользователь мог легко получить к ним доступ, когда клавиатура спрятана в чехле, за что производителю однозначный лайк. Подсоединяется аксессуар к планшету или другому Android-устройству при помощи Bluetooth 4.0. Энергоэффективность этого стандарта в паре с неплохой батареей обеспечивает до 120 часов работы от полного заряда, а это на минуточку 3 рабочих недели. Разрядить клавиатуру за период ее тестирования мне так и не удалось. Набирать текст на этой клавиатуре достаточно приятно, не так, конечно, как на полноразмерной, но все равно после длительной работы кисти не гудят, а значит размеры и расстояние между клавишами подобраны с умом. Габариты тачпеда заведомо не располагают к его постоянному использованию. Тем более, учитывая то, что планшет оборудован сенсорным экраном, и зачастую тыкнуть в него пальцем проще и быстрее. Но тем не менее, если трогать идеально вытертое стекло не хочется, то перспектива использования тачпеда уже не кажется такой туманной, а размеры такими крохотными. В целом, клавиатура значительно дополняет функционал планшета, и самое главное, позволяет быстро и с комфортом строчить на нем огромные по объему тексты, что физически невозможно при использовании сенсорного дисплея. Большинство людей, которые видели ее в паре с чехлом, на планшете сразу говорили о том, что таким набором можно смело заменить нетбук, и я не могу с ними не согласиться. Если вы уже стали хозяином нового Tab S2 и планируете использовать его как мобильную рабочую машину, такой кит для вас просто must have, настоятельно рекомендую к покупке. Приобрести эти аксессуары по приятной цене можно в магазине galaxystore.com.ua, ссылка на товар есть в описании. С вами был Дмитрий Луценко и проект Firm.com. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока!